At sea. Чемпион Эльбрус, где положил в свое время иранцев, как это на юг, тоже чемпионы мира. То есть там положил иранцев. Еще получился, положил. Да? Да, еще там положил там американцев чемпионов. Там несколько. У него это вот была коронка, которая, если к нему в ноги ходят, ну у него он еще длинный. Очень длинный для 63. Почти на пол головы был, да, на голову выше, чем Эльбрус. Я хотел у тебя спросить, у тебя в твоей коллекции случайно нету оставалки под займом с Боги? Нет. Ну я не думаю, что это интересно, да? Есть, конечно, под займом с Боги в финале. Есть, конечно. Хочешь прямо здесь посмотришь? Да, конечно. Может быть даже... Нет, я не уверен, может быть, нет, здесь не посмотришь. У меня сейчас с собой нет. Так, конечно, есть. По интернету. Хочешь, выложу? Да, да, просто мне самому интересно. Она не интересная. Вот гордей. Да. Он лоялель был. Сейчас скажу. Нет, он выиграл такое дополнительное время 3-1. Вот. Но схватка была тяжелая, но там Боги был все время получше. То есть он делал 1-0, потом, по-моему, 2-0, потом отсветил 2-1. Если, конечно, не путаю. И Боги потом дополнительное время поставил 3-1. Ну так, не без труда, но как-то, не знаю. Это первая схватка, по крайней мере, Нет, это была первая схватка, у Хазоева была с иранцем. Он очень трудно боролся. 2-2, в дополнительное время ему дали победу, ему было очень тяжело. А вторая ему сразу с Боги. Вот, а после Боги его с сирийцем попал, и все, и привет. Сирийцы вот видите, там сделал. Это что? Да. Ой, ты знаешь, это вообще, это просто... Это ужас. А как что он попал на Сирийцев, если бы уже Боги его проиграл? А, нет, ну тогда все просто. Два поражения и вылетали. А, тогда вот, два поражения. То есть, сирийцы был, он придет в Европу, Азии, Ахмат Алаоска. Ты что, там так началось? Сирийц вырвал Боги. Сейчас сирийц бросил вышло себе. Кочергой. Фадзаева. То ли на бал, то ли на три. Потом сирийц просто Фадзаева прошел в обе ноги, вырвал его наверх. Как в свое время Фадзаев точно так же ухлопнул со второго этажа. То есть, когда счет был 7-0 в пользу сирийца, тут, значит, Фадзаев взял бал, стал 7-1, и в партере начал сирийца уже катать 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-6, 8-7, 9-7, 9-8, 9-8 закончился. Ну что, там такая схватка, что сирийц сделал? Когда ты великим Фадзаев, ну просто вот, то есть я бы, ну, Фадзаев, наверное, так и решил, что надо было, ну, не возвращаться, потому что раньше бы он этого сирийца был катал легко, а тут, слышишь, тебя, великого Фадзаева, бросают за это. У нас по дому будет есть. Он даже в Ютубе. До этого чемпионата. Но он-то у меня здесь есть. Это точно, что он у меня здесь-то есть. Это прямо тут. А вы так проиграл? Нет. Он на Олимпиаде как раз на Олимпиаде начал очень хорошо. У них с Хадемом было всегда практически одно и то же. Это до этого два раза. Макар первым брал бал, а потом Хадем, как обычно, у него была коробка, ловит движение ноги вперед, вот как у Эльбруса, хватает за пятку, сбивает в партер и сразу же накатывает. И получилось в финале Олимпиады сам. Макар был лучше, предупреждение дали Хадему, одно и другое, но опять то же самое. Проход в ноги, сбил в партер и сразу же накатил. И счет стал 3-0, и так и закончилось. И все, больше ничего. Yeah. I saw that.
Карпадзе на Олимпиаде есть. У них же другая прикидка была. Ну, Макдональдс. А, Россия, там да. Едет за Россию. Да, я думаю, да, я думаю, была прикидка была. А там кто-то боги. Боги. Уверен? Не знаю. Арсен, когда вернулся, он хотел за Россию, чтобы мы выступили. Татарстан. Все, заранее.